Окружной бизнес на новый качественный уровень. Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и предприниматели Ненецкого округа обсудили дорожную карту развития малого бизнеса в регионе. Площадкой для встречи стали соревнования по кроссу на снегоходах. Тема номер один – реализация окружных и федеральных программ поддержки предпринимательства в Ненецком округе. Олег Фомичев рассказал о переформатировании госпрограммы, переходе на проектное управление и развитии онлайн-сервисов. Поэтому вопросы, которые мы обсуждали, они в равной степени касались и того, как мы реализуем программу поддержки малого предпринимательства. Это прежде всего вопросы, связанные с органами госвласти Ненецкого автономного округа, какие программы реализуются, какие новые программы начинаются, как эффективно использовать те объекты инфраструктуры, которые здесь созданы, и микрофинансовые организации, и региональные гарантийные организации. Сейчас будет создаваться центр кластерного развития для развития туризма. С другой стороны, мы обсудили ряд вопросов, которые больше всего волнуют бизнес, но в данном случае бизнес не только Ненецкого автономного округа, но вообще бизнес, который ведется в регионах Крайнего Севера, потому что проблемы в значительной степени одинаковы. Это и объем гарантий, который предоставлен работникам, и который снижает конкурентоспособность предприятий малого бизнеса. Вопросы, связанные с разного рода льготами и компенсациями, которые малый бизнес вынужден в соответствии с законодательством платить. И каким образом, не снижая гарантии для наших граждан, каким образом помочь малому бизнесу развиваться. Особое внимание развитию туризма в регионе, формирование необходимой инфраструктуры для этого будет реализовано при поддержке федерального бюджета. Помимо финансовой поддержки, важное условие для развития бизнеса – наличие знаний и сервисов. Для этого министерство уже запустило интернет-платформу «Деловая среда». Обратиться сюда за советом может теперь каждый предприниматель округа. Платформа уже запущена, в феврале состоялось ее официальное открытие. Там уже размещено более 500 модулей разного рода обучающих. И более того, на этот портал, как платформа сервисов и знаний, dasreda.ru, он уже в интернете функционирует и бесплатен. Там собраны лучшие курсы от ведущих бизнес-тренеров российских. Google и Сбербанк, известная программа обучения, там разместила несколько курсов. Очень интересные курсы, я лично сам смотрел, могу ответственно сказать, в зависимости от вида бизнеса, от стадии, в которой вы находитесь, там, или собираетесь только начинать бизнес. Есть и вполне формальные материалы, которые говорят вам про объем требований, которые будут предъявляться к вашему бизнесу. И есть вещи, связанные уже с вдохновением, что называется, с историями успеха ведущих бизнесменов, кто в России делал бизнес. Стороны договорились, что взаимодействие будет продолжено. По каждому вопросу намечены пути решения. Бизнес в Ненецком округе переходит на новый уровень. Ольга Русл, Тимофей Жуков, Игорь Тарасевич, телеканал «Север».